Еще одна гостья спешит появиться на этой сцене. Длительное время в ансамбле пела прекрасная солистка, ныне преподаватель школы «Этнос» Татьяна Рогова. Она принимала сбрачное активное участие в различных концертах, в том числе и выступала на конкурсе в городе Омск, где ансамбль завоевал звание лауреата. Сегодня Татьяна имеет свои коллективы и обучает подрастающее поколение. Сейчас она с удовольствием подарит вам произведение Григория Пономаренко «Подари мне платок». Татьяна Рогова!